Порыв трубы вызвал дорожный коллапс на улице Чернышевского. Перекресток с Радищева залило горячей водой. Из-за происшествия часть города застряла в огромной пробке. На месте ЧП работала корреспондент программы «Саратов сегодня» Полина Попенец. Все подробности у нее. Мы находимся на пересечении улиц Чернышевского и Радищева. Именно здесь произошел порыв одной из тепломагистралей. В этом месте образовался, вы видите за моей спиной, огромная глубокая яма образовалась. По словам рабочих, она не меньше 4 метров. Сейчас необходимо заменить тот кусок тепломагистрали, который был поврежден, что и делает бригада территориального управления по теплоснабжению. Что касается пробок, они есть. В сторону улицы Московская огромная пробка, несмотря на то, что движение регулируют сотрудники полиции. Также хочу отметить, что это не единственная яма. Провалы есть еще по улице Чернышевского на участке от Радищева до Провианска. Их еще две. Очень важная информация для автолюбителей и граждан, что в связи с проведением аварийных работ на проезжей части улицы Чернышевского проезд перекрыт на участке между улицей Провианской и улицей Радищева. Такие маршруты автобусов, как 42, 42К, 82, 105, будут осуществлять объезд по следующей схеме. От улицы Чернышевского до Радищева, затем до улицы Советская, далее Провианская и снова на Чернышевского. В обе стороны и дальше по схемам движения. Что касается ремонтных работ, то, по словам рабочих, они будут здесь до полной ликвидации коммунальной аварии. И работы будут вестись также и в ночное время. По поручению в РИО губернатора Саратовской области на место ЧП для координации действий специализированных аварийных служб прибыл глава города Валерий Сараев. Городские власти убедительно просят саратовцев учитывать создавшуюся ситуацию и заранее планировать пути объезда указанных участков дороги.